Сегодня в Ханты-Мансийске почтили память защитников Сталинграда, благодаря которым произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 2 февраля 1943 года завершилось наступление немецко-фашистских войск. Одно из самых кровопролитных сражений в истории длилось 200 дней и ночей и стоило СССР жизни более миллиона человек. Память тех, кто сражался за Сталинград, сегодня почтили минутой молчания и залпом орудий. В Парке Победы к подножию мемориала славы возложили цветы, как дань их подвигу. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти и местного самоуправления, окружной думы, школьники и жители города. У нас у всех одинаковое отношение. Это страшное время, это жуткая битва, это все. У нас все патриотично настроенные люди, поэтому мы просто со всем народом скорбим по погибшим. А сейчас уже вот у нас почтить кого-то, прийти к кому-то уже нет. Уже у нас сталинградцев нет.